где точно был придуман омлет, неизвестно. Есть легенда, по которой император Иосиф I, проголодавшись во время охоты, зашел в дом бедняка. Крестьяне не ожидали прихода высокого гостя, поэтому приготовили ему блюдо из того, что было в доме. Но Иосифу еда очень понравилась, и он поручил придворному повару улучшить рецепт. Блюдо быстро стало популярным по всей Европе, но свое название получило во Франции. Для приготовления этого блюда возьмем миску, отделяем яичные белки. Вот так. Добавляем молоко. Немного солим. В смесь можно добавить рубленую зелень. Достаточно. Затем взбиваем получившуюся смесь венчиком. И переливаем в порционную форму. Затем помещаем ее в пароварку. Также омлет можно приготовить на водяной бане. Готовим 10-15 минут, и наше блюдо готово. Итак, мы приготовили белковый паровой омлет. Он очень вкусный и полезный, соответствует диете «Стол номер 5» и подходит для тех, кто думает о печени. Для приготовления омлета вам понадобятся белки яичные, молоко, масло растительное, соль, зелень. Приятного аппетита!